Добрый день. У меня есть вот такое вот чудо техники. Phantom M65V. Никто его не хочет перезаправлять. Новый картридж прям быстро что-то кончился как-то. И был приобретен такой набор для перезаправки. Сейчас мы посмотрим, что в нем. Такая штука, чтобы перезаправить картридж самостоятельно. Итак, вот она, комплект для перезаправки. Чип, картридж, здесь дырочки. Так, здесь чип. Все, засыпаем, меняем и вперед. Надеюсь, сюда сыпем. Ага, сыпем. Надо сделать дырочку. Да? Надо сделать дырочку. Надо сначала вот эту штучку выбрать. Что меня напрягает. Можно и высыпать отработанный листочек. Бомба, да? Нажать?
открывать аккуратненько. Прям. Опа, да. Ну что, может, по этому по колпачку там постукать?